голодуха в Киеве вынуждает ворон доедать голубей. Вот такой у нас тут капец творится. Алекс, Юстасу, оперативная информация из штаба. В супермаркете появились куриные яйца, во избежание голода и тотального мора среди сотрудников агентуры. Первое, срочно выдвинуться в оперативное расположение супермаркета и закупить необходимое количество продовольствия для агентов сети. Второе, осуществить скрытую и оперативную съемку обстановки в сети супермаркетов. Третье. Все факты нехватки еды тщательно задокументировать и передать в центр. Четвертое. В случае раскрытия, как агента принять цианистый калий, не отходя от кассы. Пятое. В случае успешного выполнения задания, купить что-то горячительное и уйти в глубокий карантин с маской. Твою мать, мука в мешках. Это все хлеб, признаки голода на лицо, капец. Суки, не дождетесь.